Всем добрый день. Себя не показываю. Прическа завтра будет у меня. Так что сегодня я не подстриженная на даче, без фена, без укладки. Так, будем по делу. А то там люди ругаются, когда без дела. Зрители мои. Сушилка Вольтера. Приобрели в прошлом году, сейчас будем сушить клубнику. Мы в прошлом году сушили клубнику. Очень хорошо, она у нас целый год хранилась. Посушили мало, сейчас побольше посушим. Всю зиму пили чай с сушеной клубникой, добавляя вот в чаек. Очень даже понравилось, поэтому будем сушить. Вот сейчас три поддона почти вот. Уже нарезала, сейчас покажу, как буду резать. Сейчас будем раскладывать. Так, ну принцип. Так, принцип понятен. Когда буду включать, уже вот поддончики все запомню. Вот так вот. Я покажу. Пока трогала, все напачкала. Но потом буду мыть, вымою. Все 5 поддонов запомнила вот так. У кого терпение не хватает, тому будет тяжело. Так, накрываем крышкой. И включаем. Так. Выставим 60 градусов, не 70. Но максималка здесь 70. И время выставим мы. На 14 часов, а там будем смотреть. Если ягодки все высохнут, то и выключим. Вот на 60 градусов, на 14 часов. Дело пошло. У нас уже вечер. Саша говорит, что клубника подсохла. Сейчас мы посмотрим. Еще она как к зубам пристает. Сколько здесь? Нет, еще. Еще не высохло. А у нас уже 10 час вечера. Пускай сушится. Жара спала. Сегодня жарко было у нас. Смотрите, какая петуния красивая. Посмотрите, красота какая.
вот почти, не почти, а полная банка сушеной клубники. Я баночку помыла, простерилизовала, обсушила и сложила туда сушеную клубничку. Будем пить чай. Как вам лучше показать-то? Вот так, наверное. Будем пить чай зимой. Еще также посушу черную смородину и малину. И все вместе будем добавлять в чаек. Вот начинаются вот такие заготовочки.